Мне было новое письмо недавно от Твича. Вроде как это все простили, да. Вот. Там другой косяк был у меня. Ну, не то чтобы у меня, просто они написали, что они не оказывают услуги свои не оказывают той местности, в которой у меня прописка. Они сказали, что нужно то гражданство, где у тебя прописка есть. Вот. Но я им это предоставил. Там три документа. Ну, возможно, это как-то повлияет на разбан. Я понимаю, что меня там забанят, наверное, опять за что-то, возможно, даже за то, что я даже не пойму за что. Мне просто хочется сохранить свой канал, скажем, вернуть его, чтобы он был у меня. A few moments later. О, а вот это бан чучело. Куде точка с разбаном, дедушка любимый точка, очень люблю тебя, родный точка. Будут коллабы с Буштыркиным или с Мартышкиным, кому как, точка, енотика всем. Спасибо, спасибо. Вопрос действительно интересный стоит, да. Значит, вопрос времени, как говорится. Есть такая пословица: вода камень точит, да. Сколько время? Сейчас без 22, без 22, да. Без 22 он. Вода, здесь сколько ты колодец не плюй, да, все равно полный не наплюешь. Страшилка, да. Так, сейчас надо модератора сейчас быстренько взять, чтобы бан был. Сейчас это самое. Так, модератор. Элите Плауер, братишка, я тебя помню еще давным-давно, да, вот. Элите Плау Андреу, который, да. Вот я тебя помню, да, вот тебе бан, ой, модерку тебе сейчас. Вот, 2014 год, да. Ой, так, сейчас я вспомню, как модерку дать. Значит, вот тут я вижу слово бан. А, вот, все, нашел. Да, очень удобно, вот все, тебе бы все забанил, пацана. Да. Вот также девочки красивые, пишите мне ВКонтакте, не стесняйтесь, сейчас будем смотреть, что там у вас, ну, в смысле, модераторство надо или не надо, насколько сильно оно вам надо. ВКонтакт пишите, стеснение здесь ни к чему, пожалуйста. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, я красивая, значит, ВКонтакт, напиши ВКонтакт. Маслорий нужен, боец Маслорий. Маслорий, да. Витек Карумана, Маслорий здесь сейчас. Я буду это делать, значит, по поводу... Сейчас это самое будет, ну, как сказать, аукцион. Аукцион, да. Аукцион, я считаю, нужно провести, потому что... Я думаю, название модераторов должны сражаться самые сильные. Ха-ха-ха! Так, я тут пока, значит, ждал сообщения, да, от Twitch с подтверждением телефона. Я уже тут немножко ознакомился с новым вот этим оформлением. Вот, и, наверное, уже все разобрался. Я предлагаю, значит, вести с вами монолог, точнее, диалог, скажем. А вот, чтобы это все было максимально адекватно, чтобы никакой там матов не было. Я все это осуждаю, ясно? Вот, потому что кто матерится, да, значит, у того очень слабый словарный запас, и это значит уж плохо, это очень плохо, и это лишь подтверждает то, что вы не можете разговаривать вот адекватным языком. Все. Поэтому без матов, пожалуйста, без единого Пизда, мата. блядь. Я тоже не могу подтвердить участку теперь. С возвращением, легенда. Нормально. Спасибо, спасибо. Ну, это хорошо, что сейчас как раз это самое. Ночью, да, я включил интернет-трансляцию, потому что челов сейчас мало, да. Я сейчас могу немножко потупить в плане настройки, в плане, значит, назначения модеров, да. Лишнее слово равно бан, да. Давайте все-таки с вами быть адекватными, благоразумными людьми без бреда, общаться
на нормальном языке, правильно? Без матов, все, потому что здесь ребята приходят разного возраста жизни, блядь. Да. Теперь извинись перед всеми, вообще я бы знаешь, что предлагал. Здравствуйте, это модерация Twitch. Здравствуйте. Пожалуйста, модерируйте свой чат. Да. И не упоминайте слова на букву АС и... Осуждаю я такие слова. Вот это я осуждаю, дружище. Привет. Небольшая проверка. Здравствуйте. Да. Да, король Твича на связи. Я вас слушаю. Как дела? Да. Да, у меня тут, конечно, канал Бенжа. Осуждаю. Вот это, ах ты, Вот это я осуждаю. Как он это написал? Я же уже все возможные варианты этого слова добавил в черный список. А, знаешь, как я сейчас сделаю? По-умному, понял, да? Я сейчас по-умному сделаю, знаешь как? Ага, я сейчас буду сначала считать про себя ваше сообщение в донате, а потом, если оно без осудительных слов... Буду его опубликовывать, ясно тебе? Все. Так, все, значит, голосовые сообщения. Я не буду воспроизводить, можете не отправлять. Я сказал, голосовые сообщения не надо мне, ясно? А, знаешь, как я еще сделаю сейчас? На первое время. Я сейчас поставлю голосовой донат от 250, чтобы они вот эти вот... Да, подумали перед тем, как отправить. Все, 250, ясно, считается. А, не, 300, точно 300. Ничего не воришка, это чтоб все было нормально, ясно? Ой-ой-ой, сколько Бог даст, столько и продержимся. Хотелось бы, чтобы адекватно все было, вот, потому что вы провокаторы все, ясно? Ну ничего, я вас сейчас быстро забаню. Да. Челов банят. И как думаешь, дед, сколько продержишься здесь? Я не знаю, ребята. Все зависит от... Значит, от всех. Да. Хотелось бы долго. Привет, Зайша, любимая. Ты супер тупей. Привет, покажи за... прическу за... свою за... сильнейшую. ПЖ. Прическу 1000. Ха-ха-ха. 1000. Ха-ха. Осуждаю. Вот это я осуждаю. Нельзя такое здесь говорить, понятно? Я это осуждаю. Осуждаю. Да, слово 500 в черном списке у меня, пасеки. Это реально. Я не знаю, как они умудряются. Так, блядь, я сейчас не понял, что за бред. В общем, дали блокировку, да, за обход, типа, приостановки доступа к учетной записи основного аккаунта. Но мне они сами написали, да, от лица компании Amazon, что они мне дали добро на создание новой учетной записи, да. Не знаю, может, и как-то это... Разные там у них какие-то подразделения, да, что Amazon не проинформировал, Twitch или... Я, короче, пока не понимаю, да. Но я написал им сообщение, и сообщение то, что мне написал Amazon, который дал мне добро на создание записи. Ну, будем смотреть, короче. Брэд, пасеки. Это Брэдс. Я в шоке, дуется Брэдс. Брэд Баба?